Художники Саранска показали пятое время года, выставив самые яркие произведения своего творчества, выполненные в этом году. То пятое время года – это строчки из стихотворения Анны Андреевны Ахматовой. И, конечно же, они о любви. Приходите на эту выставку, вы видите, насколько это радужная, красивая, сочная экспозиция получилась. Здесь представлены работы в разных техниках – живопись и графика, роспись по дереву и керамике, скульптура, текстильные куклы и сценические костюмы для подиумной моды в этно-стиле. Все они созданы преподавателями и студентами Института национальной культуры. Соединяем современный стиль и этно-стиль. И в то же время как бы вот эта современная нотка, она все равно присутствует, но тем не менее идет сохранение народных традиций. В данном случае она проявляется в сохранении орнамента. Мастер резьбы по дереву Иван Козин представил новые работы в смешанной технике. И студентам, наверное, приятно то, что преподаватели именно показывают свое творчество сильное, красивое, которое участники всероссийских, международных выставках. Это говорит о большой культуре их работ. Выставка открыта до начала следующего года. Посетить ее можно и по Пушкинской карте. Будут различные мастер-классы, творческие встречи, литературно-музыкальные композиции. При себе нужно иметь QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19. Людмила Чекалова, Игорь Гангаев. Наши новости.